Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о первой половине периода успеха. Еще одно слово, которое хорошо характеризует мужчину в этот период, это воинственность. В это время мы, достигая наших целей, изо всех сил стремимся к победе. И когда на нашем пути встречаются различные препятствия, будь то обстоятельства, люди, какие-то другие препятствия, мы не просто пытаемся преодолеть их. В разуме не существует даже простого понимания, что эти преграды можно просто обойти или переждать. Можно просто сесть и подождать. Нет, мужчина в этот период — это боец. Он ищет драки. Я вспоминаю знаменитое стихотворение о буревестнике, которое говорит, помните, там есть такая строчка, а он, мятежный, ищет бури. И вот молодые люди в этот период, где-то с 25 до 32-33 лет, это люди, которые постоянно на пике агрессии, они ищут проблемы для того, чтобы выглядеть победителем. Они стремятся на ринг, они стремятся в бой, касается это личных отношений, бизнеса или же чего бы то ни было еще. Итак, одной из составляющих жизни мужчины в этот период — это воинственность.